Тимановская. 36-е место в своей дисциплине. 36-е. Вот больше ни о чем, больше не надо ни о чем говорить. Вот россияне там парятся сейчас по поводу Дины Авериной. Ну так девчонка выступила. Выступила бедняжка там, я неплохо разбираюсь в этой гимнастике, я посмотрел, все, не буду выводы делать, чего-то говорить и так далее. Но она выступила, она не уронила ни разу ни в одном упражнении предмет. Косяки я ее тоже видел, не об этом, у всех они были. Ну, она может что-то сказать. Это великая спортсменка. А ты что? Да, зная ее БЧБшное прошлое, мы же ее включили в состав команды. Знали ее результат. А знаете, почему включили? МОК накатил и рекомендовал нашим. И мы семеро таких по их требованию включили, которые вообще, которых не видно там было, их нельзя было включать. И они еще на меня накатывают. В декабре прошлого года, после всех этих событий, вы знаете, что мы ей выдали президентскую стипендию? Ты даже не знаешь. Посмотри. В декабре, после всего того, что было, на, занимайся, тебе деньги платили почти 3000 рублей. Создали все условия. Но они этого не знают, понимаешь? Да она и сама бы это не сделала, если бы ею не управляли. Она же с Японии, с Токио связалась со своими дружками там, в Польше. И ей сказали, приедешь в аэропорт, дословно, приедешь в аэропорт, беги к полицейскому и этому самому японскому полицейскому и кричи, что вот эти два, которые подвозили ее в аэропорт, это сотрудники КГБ. Ни одного человека со спецслужб в Японии не было. Мы не практикуем это. Но это вот просто как это все зарождается.